18 августа в Сургут прибыла копия чудотворной иконы Божьей Матери. Лик освящен в Отопецком монастыре Святой Горы у чудотворного образа Пресвятой Богородицы Всецарицы. В наш город икону привезли на постоянное хранение. Сейчас она находится в Преображенском кафедральном соборе. Затем ее переместят в храм, который планируется построить при онкологическом отделении СОКБ. Стоит отметить, что это уже второй образ Богородицы, написанный специально для Ханты-Мансийской митрополии на Святой Горе Афон. Приложиться к иконе пришли сотни верующих. Торжественное богослужение в честь прибытия святыни провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Господи Иисусе Христе Боже наш, благослови пять хлебов и пять тысяч насытивы. Добавлю, что чудотворный образ Божьей Матери Всецарица почитается как на Афоне, так и за его пределами. Считается, что эта икона имеет благодать исцеления больных раком. Известны случаи, когда люди, страдающие этим недугом, исцелялись после молебена перед иконой Божьей Матери Всецарица. Верующие перед этим образом также молятся и об избавлении от колдовства, зависимости детей от алкоголя и наркотиков. Православные Сургута появление в нашем городе чудотворного лика ждали с нетерпением. Очень радовались и очень помогает исцеляться от раковых язв. Я потому что уже была при такой иконе, ну, в Тюмени, так что всем людям помогает. Я еще не приложилась, не подошла к иконе, но уже то, что она здесь у нас, это такая благодать, что нас не забывает, что нас помнит, приезжает. Очень рада. Стояла, слезы лились и все.